Это был небольшой заносили эти с кабинок с Ваней. Это был небольшой ростик, он заносили с Ваней камей. Тяжело. Ужас. Ну что там? Евреем. К евреям? Угу. А я к ефесянам готовлю. Ну, ты видишь так. Выпустим из тюрьмы, когда полностью заучить все время. Как мусульман Коран выучит. И таких что-то там 20 человек есть. И выпускают из тюрьмы. Ну, у тебя 150 рублей. Игорь сказал, что... Да-да, хорошо. Как-то все это прощет и поднимет. Лена. Утешитель души истины и жизни сей, и все исполняй сокровища благих, и жизни подателю приди всеми сявны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Слава Тебе, Господи, за Твои милости к нам. Благослови нас, Господи, и не остави нас, Господи, и впредь. Тебе слава, благодарение, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Это вот, Степан Игнатьевич, начать чуть. Вот так мне выйти? Ну что? Следующий приезд будет через воскресенье. Следующее воскресенье у нас будет какое число там? Четвертое, наверное. Пятое, да? Воскресенье пятое. Пятое, да? Нет, наверное, что-то не похоже. А, нет, третье. Третье будет здесь. Третьего я буду там, а потом десятого здесь. Так вот будет. Десятого. Ну что, у нас там ураган прошел. Сильный ураган. Ну, больше всех в деревне пострадала Надежда Васильевна. У нее половина сарая, крышу снесло, как будто бы ее не было. Там внизу только шифер битый, кучка лежит шифера и все. Ничего нет. У Алексея Усинова полностью весь этот забор, который был, он как лежит, как повалило весь этот забор, упал. Аккуратно лежит. Аккуратно, хорошо, так не сдуло. И все, ничего не поломало, так это. Но как домино, она, одно, видать, звено было плохо приварено там. И она. Сделай так не делает. Забор, такой забор, мощный забор, и так легко. Сделала, значит, под каждый столбик фундамент, как бы, и пластина железная там забетонировала. И теперь ставит трубочку и вокруг к этой пластинке приваривает его. И на этом стоит. То есть вот только один. И было, я дальше поднимал уже, да такой ветер, как дунет там. Ажурно сделано, да? Да. Так нельзя. Надо было этот столбик, вот он был забетонирован хотя. Ну, конечно. Так не делают это такое. Тем более такие доски у нее горбыль. Считай,
Двухметровый почти. Ну, вот так. Ну, это установлен. Все там. У Игоря Глушкова одну шиферину сорвало с крыши. Всех посетили. А? Всех посетил господин. Да всех. У меня две бочки пустые стояли. И что? Здесь вот зебани. А я их не слушать не до храма их. Укачил. Пустые все. Ну, так такое было. У Игоря Барабаша склад был, где-то больше 100 квадратных метров крыши сорвало. Шарчина там это покупал, когда это там земли вместе со складом-то. И вот они там уж несколько дней бились, там все. А там железо было какое-то тонкое, говорит, его сняли, все, железо перемяло там. Но они кое-как закрыли пока. Сейчас железо-то просто так не купить везде, видите, какие по-разному. Крыш много посрывало, где другие. Все, ну вот так, вот так. А так все. Слава Богу. Да. Все пока на ногах. Как мама наша говорила, суббота, говорит, придет, а тебе отпевать опять некого. Я когда она болела, я говорю, мам, ну ты сейчас болеешь. Так а что болеешь? Ты в субботу приедешь, опять отпевать некого. Так она все шутила. Ну, все пока живы, здоровы. Ну, а погода такая же, как и здесь. Ко мне какие вопросы? Никаких нет вопросов. Ну, пост начинается же, да? Пост начинается, да, со вторника пост. В понедельник заговорение на рождественский пост. В понедельник. Со вторника начинается с 28 и до 7 января. Да. А есть что, батюшка, можно? Кто-то есть, то есть. Есть, будет. Да? Да. Все есть. Все есть. Исти, что можно. Ну, вот они великий пост. В этот пост разрешается рыба, конечно, кроме среды и пятницы. Да. Ну, как говорится, я не знаю ничего. Ешь благодари, и кто не ест, то не осуждай. Тоже благодари. Помнишь, когда огласительное слово на Пасху читается? Я назвал это устное огласительное слово. Кто говорит, постил и не постил, ныне веселитесь. Все. Что там? Ну вот так. Да с рыбкой это и не пост вовсе. По средствам там масса информации начинает это пост. Говорит, кто-то задает вопрос. А что это? Для чего пост? Ну, пост был, это понимаете, люди все-таки жили, говорит, не так богаты, чтобы сэкономить немножко денег, да, в этот пост. Поэтому, говорит, это и посты-то было стало. А вы объясняете священникам, нет, говорит, это неправильно. Вот. Это задают вопросы, смотришь по спасу. Я все сколько слушал, ни одного вопроса не было, чтобы по Священному Писанию задать. Да. А как вот это понимать? Нет. Никак нет. Все об этом только. Кто женился, кто развелся. Да, да. Ну, все бытовое. Дети. Как в храме там свечку какую, какой иконе поставить там. Ну, вот такое все это. Если болеешь, то какой иконе молиться? Да, там что там, почитание такое, вот это. Все чисто православное. А против ветра вот этого, батюшка, какая икона, как думаете? А когда он тебя посетит, когда ты будешь, тогда ты найдешь меня. Рассказывай, когда горит, говорит, дом. А хозяин выскочит только в одном. Что ты будешь? В какой иконе молиться? Все сгорело. Да всем подряд. Вот так вот. Всем подряд будешь. И Христу. Всем молиться будешь. Когда большая беда, то здесь ты не будешь. А кого мне молиться? Ты, Господи, помилуй. Господи, Матерь Божия, там, святитель Николай. Ты найдешь кому-то молиться. Благодарю вас, Господи. Ну вот и все. Отлично ответ. Нельзя, и говорит, нас пока, говорит, жареный петух не клюнет, говорит, мужик не клюнет. А когда клюнет, а начинает кричать, ой, все, да, как это, да за что мне такое, за что мне такое? Мне не нужно было, да, не за что мне было. А меня такое посетило. Поэтому показывают даже фильмы советского производства. Смотрят, когда там сильно было, уж политрук, смотрит политрук, ну, никого нет, и перекрестился. Который против этого. И тот, и говоришь, кому? И когда, говорит, на войне говорят, что страшно, кто говорит, да нет, я не страшно. Не верьте, говорит, никто. Я обещал, которые прошли там, до Берлина дошли, всегда, говорит, страшно. Но только этот страх как-то ты уже стараешься, ну, не поддаваться панике в этом страхе, да. Один рассказывает, как он был на фронте шофером, говорит. Я, возил, говорит, пополнение привезешь, говорит, куда взял пополнение? На другой день приезжаю, говорит, из молодежи, которая пополнение. Мало кто в живых остался уже. Пусть я на передовой там, где было. Вот.
А больше старые, которые старые уже были в боях, те остаются. Почему? Когда начался обстрел, не нужно было, там где-то в воронке притаись, пока это пройдет, пролетит. Вот. Вот. А молодежь начнет там выскакивать, мама, закричал, там маму кричит уже, все. Ну, страх такой, не ветер, и все. И он, да, там что, он гибнет там осколком или пулей там, или что. Поэтому, Игорь, когда будет такое, то найдешь кому молиться. Согласен? Благодарю вас, да. Да вот, все. Так и будет. Еще вопросы какие есть? Ну так. Ну что, проводите дальше собрание. Говорите. Чтение. Да. Чтение, давай читаем. Сегодняшнее чтение. Послание святого апостола Павла к евреям. Главы 7 и 8, стихи 26 по 2. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Глава 7, стих 26. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Из этих слов ясно, что как выше, так и теперь говорит о плоти. Ибо кто может сказать подобное о Боге, и не постыдится ли, прилагая это к непостижимой природе Божией? Итак, он святой, такой, который не оставляет ничего должного, что подобает ему совершить, и непричастный злу, то есть чужд коварства и зла. И не было лжи в устах его, Исаия 53:9. Непорочный, и это также кто может назвать похвалой для Бога, ибо он имеет такую природу, что не оскверняется. Ясно, что говорит это о человечестве, о человечестве одного Христа. Первосвященник по закону говорит, хотя бы и были во всем прочем святыми, однако как люди не чужды пороков и не вполне отделены от грешников. Ибо как иначе, если и сами они причастны прегрешениям? И кроме того, никто из них не был на небе. Наш же первосвященник, вместе с тем, что он преисполнен всякой добродетели и отделен от грешников, еще и превознесен выше небес, воссев на самом престоле Отца. Выражение «превознесенный», как очевидно, употреблено о нем по плоти, ибо как Бог Слово, он всегда был выше небес. Стих 27, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Толкование. Сказавши, что наш первосвященник отделен от грешников, теперь он распространяется об этом и говорит, что он настолько свободен от грехов, что и принесший в жертву собственное тело, не за самого себя принес его, ибо как возможно это, когда он не совершил греха, но за нас? Есть, однако, и другое преимущество. Первосвященники по закону ежедневно приносили жертвы, так как они не могли сразу очистить. Он же принес жертву, имеющую такую великую силу, что в один раз очистил через нее мир. Итак, Христос и в этом отношении превосходит священников. 28 стих. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Толкование. Что это значит? То, что он принес жертву за грехи людские, а не за самого себя. Однажды, говорит, священно действовал, после же этого воссел одесную Отца, как Господь. Чтобы ты, слыша, что он священник, не подумал, что он постоянно стоит и священно действует, показывает, что он стал священником по домостроительству. Когда же домостроительство было окончено, он снова воспринял собственное величие. Чтобы ты не подумал,
что хотя однажды принес, однако из-за самого себя, то теперь доказывает, что не за собственные свои грехи принес. Ибо закон поставляет первосвященниками простых людей, имеющих немощи, то есть тех, которые не могут противостоять греху, но которые и сами, как немощные, подвергаются падениям. Он же, как сын, будучи так силен, как может иметь грех? А не имея греха, для чего бы он принес жертву за самого себя? Но и за других не много раз, а однажды, как всемогущий, он через единичное приношение жертвы в силах был совершить все. Под немощью, разумей, как во многих местах говорит сам Павел, грех и даже смерть. Ибо так как первосвященники по закону смертны и немощны, то они и сами не были безгрешными, и других не могли очистить. Он же бессмертен и силен. Послушай и то, что следует далее. Наблюдай противоположение. Там закон, здесь слово клятвенное, то есть вернейшее, истиннейшее. Там люди, конечно, рабы, здесь сын, разумеется, Господь. Там немощные, то есть притыкающиеся, имеющие грехи, повинные смерти. Здесь же совершенный вовек, то есть вечный, всемогущий, не ныне только, но всегда безгрешный. Посему, если он совершенен, если никогда не согрешает, если всегда жив, то ради чего он принес бы жертву за самого себя или вообще много раз за других? Глава 8, стих 1. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Толкование. Главным, то есть головным, всегда называется самое важное. Когда кто-нибудь в немногом хочет передать самое существенное, то говорит, что он обращает на это внимание во главе всего, подобно тому, как голова, хотя и мала по величине, составляет важнейшую часть тела. Так и теперь апостол говорит, главное же в том, о чем говорим. То есть я выскажу самое важное и вкратце обнимающее многое. Мы имеем первосвященником Бога, ибо сидение не свойственно никому другому, кроме Бога. Заметь же, как сказав много уничиженного именно, первосвященник ходатайствует пред Отцом, и то, что свойственно человечеству, восходит к высокому и к тому, что свойственно Божеству. Поступает же так всегда, как и наставник его в Евангелии, чтобы через уничижительное руководить слушателем, так, чтобы он воспринял слово, ибо иначе слушатель не понимает, если не восходит постепенно. Через возвышенное же он научает, что то униженное было снисхождением. Престолом же величия называют престол Отца, или потому, что Отец мог быть назван величием для него, или же просто потому, что престол величия есть наивысший престол. Второй стих. И есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Толкование. Как земные первосвященники, входя во святое святых, служили, так и он поистине есть служитель святых, истинных, пренебесных святилищ. Казалось бы, Павел здесь противоречит самому себе, ибо вначале сказал, кому, когда от ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, не все ли они суть служебные духи? Евреям 1:13-14. Как бы давая понять, что служителю и не подобает сидеть. Теперь же, сказав «воссел одесную престола», снова представляет его служителем. Итак, каким образом говорит это, если не по совершенному снисхождению к слушателям и смешивая уничиженное с высоким? А некоторые поняли «святым служитель», то есть освященным им людям. Ибо говорит «он наш первосвященник», здесь ободряет уверовавших иудеев,
ибо так как, вероятно, они недоумевали, говоря, мы не имеем такой скинии, то вот, говорит, более великая скиния и истинное само небо. Ибо ветхозаветная скиния была образом этой, и ту водрузил человек, или веселил, исход 31.2, или Моисей, эту же Бог. Здесь же заметь, согласно святому Иоанну Златоусту, что небо и не движется, и не шаровидно, ибо выражение «воздвиг» исключает и то, и другое. Богу нашему слава! Аминь. О наших болящих. Что у нас? Виктора Андреевича нету, кто знает? Нет у нас ничего. Скажешь что-нибудь? Ну, из тех, кого я узнала, они были оглашены во время служения. Ну ладно, все в здравии, да? Я прошу молитв. У меня сильно болеет дочь. Не проходит кашель до такой степени, что взахлёб. Имя? Наталья. Не знаю, может, чем-нибудь. Все молитвы передумали. Ничего не помогает. В больницу надо. Она молится? В больницу, конечно. У нее на этом месте легкие, где кашель, уже болячка вылезла. Ну, это уже серьезно. То есть тут серьезные меры нужны. Так что, Бог, помощь. Действуйте. Хорошо. Надо вызывать скорую просто и все. Вызывали скорую хоть раз? Нет. Конечно, что-то делать надо. Мало еще хочет. Вызываете скорую и отправляете ее в больницу. Ее, скорее всего, госпитализируют. Приготовьте там ей тормозок, зубную пасту, там что там. Щетку, полотенечко. Батюшка сказал, что их посетил Господь. Буря, ураган. Но надо сказать, что на селе это всегда более чувствительно, чем в городе. Хотя и в городе и деревья падают, и крыши слетают. Я тоже неделю назад сидел и думал, я вместе с домом улечу. У меня даже интернета не было, представляете? Я хотел написать сюда, бац, все валились, что? Все сдуло. Ну, ураган такой был, что я лежу и думаю, надо было, наверное, одетым все-таки лететь. Игнат Тихонович всегда говорит, надо одетым спать. Ну, не то, что прям в шубе, но, по крайней мере, в этот раз не надо было раздеваться. Я думал, улечу или не улечу. Но, слава Богу, как говорится, будьте бдительны. Я накануне-то видел прогноз, что надвигается что-то страшное. Во дворе все прибрал, все, что можно, закрепил. Но, тем не менее, там тоже из крыши послетало, и там что-то поукатилось. Но это мелочи. У соседей там тоже заборы, деревья полетели, крыши. Ну, в общем, хороший такой ветер подул. Так что, чтобы уцелеть, молитесь. Чтобы хотя бы это как-то предвидеть и готовиться. Твердое основание должно быть. У нас в школе, вот сыну 50 лет, мы садили эти маленькие деревья, вот сосны. Они такие огромные, выше пятиэтажного дома выросли. Огромные, 4 сосны повалило, прям вырвало. Они с корнями вылетают. Как говорится, батюшка сказал, заливать надо. Хорошо. У нас тоже пару деревьев попадало. Там земли мало. И там у вас тоже, да? Да, у нас в воскресенье-то после полудня оборвало где-то. И у нас включился свет, и получается, только в понедельник вечером его восстановили. Потому что это не у нас на поселке оборвалось, это где-то в Павловске что-то упало. А, ну света, да, у нас света тоже полдня не было. Ну что, какие еще новости? Про Костю. Я так понял, он закончил свой труд многодневный, да? Надежды нету. Да, что вроде как все сдали, все благополучно, все работает. Да, дай Бог, чтобы Костя вернулся и чтобы там все работало. Без сбоев, без поломок, без аварий. Дело хорошее, полезное. Нечто такое, чему удивляются иностранцы. Им интересно, что у нас вот это центральное отопление. Где-то в одном месте воду греют, и много домов отапливаются так, что люди даже форточки открывают. У них этого нет. Каждый, как говорится, сам себя греет. И они на всем экономят. Что еще? Какие у нас новости? Ну что, Игнат Тихонович?
То, что я скажу, не всем подойдет. Может, еще не поздно. У нас нет, не пришли дети. Почему? С родителями приезжали. Даже одна мать была, с ней были, никого нет. Устраиваясь на работу, вы никогда не забывайте, даже своим детям подскажите, что главное это то, что их нету. Дальше. Пенсия хорошая будет, детей нет. Тебе еще столько после этого будет от своих родных детей. Ну, припомните, у кого как было. Они не здесь. И вот здесь что получается? Вы знаете, Геннадий Фаст, он рассказывает, его биография такая. Они, как немцы, были сосланы. Это Казахстан, там то другое. А когда разрешили выезжать, денег там, ну, по сегодняшним деньгам просто мизерные. Они рассуждали домашним, куда ехать. Едут туда обычно, где родился человек, там связь, говорится, с землей, с родиной. Нет. Они рассудили, туда поедем, они немцы. Где есть немецкая община, и где занимаются с детьми. И они сохранили всех детей. И не просто детей, а тех, которые еще жизнь даже не закончили. Вы понимаете, отец Геннадий Фаст. Вот мы считаем откровения, которые у нас в третьем томе здесь есть. Мне пришлось прочитать почти все, какие существуют. Но такого нигде нет. Он рожденный свыше человек, наделенный благодатью Божией. У него сколько сейчас вышло уже книг, и при том настолько он сильно привязан к Слову Божию. Только в Откровении она богослово толкует. Ну, толкование, толкование. Там ничего нету. У этого ссылок, только на, только ссылок в одной этой книге у него, толкование, 3333. Это на 430 страниц. Я специально все посчитал. Равного ему сегодня в этих вопросах патриархии никого нет. Это ему Бог так открыл. Значит, дети, которые здесь были, допустим, 2 месяца назад, их нету. Почему? От родителей. Матери нет. А отец давно уже не в этом месте. Дальше. Мы считаем Василия Нового жития. И там Феодоры Цареградской. А в том, что человек идет по каким-то отдельным этапам, и вот там ему будут такие-то вопросы давать, там где, это нигде больше не написано. Сколько этих вот мест переходить? Пьяница, слово, язык, блуд, и оказывается, на убийство, там, войны. На 19 мытарствах погибает меньше, чем на одном, на блуде. Брали, писали, мальчику 10 лет, он изнасиловал еще меньше себя. Ну, все, это то, что уже нам, мы только знаем. Я увидел, сколько потеряно, зашел в милицию и спросил, неужели столько там, найдите. Он рассмеялся и говорит, это десятой части даже нет, сколько погибло, сколько теряется. У нас ведь подход-то к детям должен быть самый правильный-то. В древней Элладе, в Греции, так, никуда не отвлекайтесь, узнали, что мальчик 6-летний поймал перепелку и обстриг ей ножки. И заседал Верховный суд страны. Решение единогласно принято, достоин смерти. От него потомства не должно быть. И в этот же день его уничтожили. У нас вообще не смотрят. Вот сейчас объявили, кто будет воевать. Вы знаете, о каком военной операции. Им дадут амнистию. И уже получили. Вчера нас предупредили, это наше сообщество, нигде из них, которые вернулись, они заново теперь подписываются, уже теперь как вольнонаемные, идет опять тоже даже воевать. А какая их биография? Биографию оповестили, убийство неоднократное, достоин смертной казни, дали 25 лет. Ясно дело, что никогда не выйдет. И 3 года только отсидел, ему дали, он теперь отличился, он делал то, что нужно. Просьба с ними не разговаривать. Не надо. А почему? Потому что Писание написано, такой человек, с ним отдельно не ходи. Для него пролить кровь как ничто. Ему твоя жизнь копейки не стоит. А ты мне понравилась. Ну и что? Я передал то, что просили передать. Будьте очень внимательны, не знакомым, не за... по интернету, не заводите знакомства. Они на свободе. Это будет, говорит, как было в 90-е годы. Первые. Когда с Афгана, говорит, вернулись. И главное, кто... Эти группировки,
преступная оттуда. Все снайперы почти пришли оттуда. Так что это повторение российской волны идет. Будьте внимательны. Вы хорошо слышите? Да. Это будет стоить очень дорого. Теперь о мытарствах. Знаете, говорит, мои года, мое богатство. Ну а что, ну разошлись, там то другое. Не так все просто. Вот я смотрю, последние годы, я наблюдаю, даже те, которые у нас люди были где-то, кому-то обещал, а священник спрашивает, не обещал ли кому жениться. Обещал. А тут познакомились. Ну и все, теперь оба покрестились. Теперь все, а там преграда стоит, там непрерывно ропот идет к Богу, он же обещал здесь, его, он обманул меня. Преждевременная смерть родителей. До 50 лет никто не доживает, а те, которые думали устроить счастье за счет кого-то. Я не буду называть, вы если знаете, то легко догадаетесь. Это, притом это не одно, а я не говорю об измене, это еще другая статья. При измене муж прощает, все кончилось, или жена ему прощает, и все, это их дело. Но если этого нет, да я не знал, чего ты не знал. Ну а дальше только я много в интернете бываю, начинает наворачивать, не разговаривать. Да как я теперь крещение приму, раз ты нерожденный был, то другое. Нет. Таинство венчания. Да мы не понимали ничего, оно совершилось. Венчание совершается на небесах, как говорится. И никаких ни сыновьям никому не говорить, а что делать? Он на меня выходит человек, ничего не делать. Как раз успокойся. Ты обманул, ты виновен, ты на этом все кончилось. Другого нет. Вот ко мне молодой человек подходит, у него бас такой там приходит. Ну, посватался, она там, я посмотрел, ну, девчонка-то, таких много. И она ему отказала, Покровский собор. И он ничего не придумал, тут же сразу раз и принял монашество. Монашество, а сам... Там родители по 10 детей было, у него наследственно быть таким. Ну и, естественно, через короткое время его рукоположили, он диакон, все. А теперь понравилось. И он ничего лучше не придумал, как прийти ко мне, вы против монашества. Я против монашества? Вы что городите? Я за монашество, но которое, чтобы не сидело за стенами, а шло и проповедовало. Я вот о чем говорю-то. Ну я... Так, договорились. Ты ко мне пришел один раз, больше не приходи. Не выходи замуж, не женись больше. Ты дал обещание, ты уже Ира, там, диакон какой. Все, женился. Притом женился, а отец у самого священник. Там такая разруха пошла, ничего нету. А притом голос такой, помню, объявила белорусская какое-то там театр, что такого голоса у нас давно не было. Теперь есть. Все это под нож идет. Все разрушено. И новая семья, и нигде никому ты не нужен. Почему? Перед Богом. Ты дал слово. И ответ один только. Выполни это. Тебе лучше было бы не обещать. А то я был там в Афганистане, я пообещал, там мясо не есть, не женись. А теперь вернулся, все по-другому пошло. Родители мне пишут, что ему делать? Выполнить обещание. Бог на небе, ты на земле. Ходатайств не может быть никаких. Договор застал. Это договор был. Вам это понятно? И вот я коснулся этого мытарства. Одно. Блуд. Разводы. Аборты. Жена изменила. Муж простил. А она беременная. Он поневоле говорит, жить думаешь? Убей младенца этого. А че, еще чего буду? Когда он вражина мне. Она им от него, от врага беременная. Я с такими операциями встречался. А что делать? Выхода никакого нет. Войди в каноны, войди в первую очередь в Библию и посмотри, что она говорит. Это убийство, самое настоящее убийство. Если случилось такое, 10 лет отлучения. 10 лет. Второе правило Василия Великого из книги правил, я считаю. Это не мои правила. И поэтому предупреждайте таких, которые подрастают молодые. Берегите. Я гляжу, хорошие ребята подрастают. Но от нас-то наслышались они. Если он будущий крещеный и где-то не удержался, сблудил, кандидатура его снимается навсегда. Он священником быть уже не может. Я не знал даже почему. Ответ один. Осквернен. Но он теперь не такой. Он покаялся, он столько претерпел. Правила никто не менял.
Я говорю о правилах. Она сама фарисея, я то фарисей. Меня фарисеем уж. Павел говорит, я фарисей от фарисеев. Это означает полностью исполняю, что есть. Вам это хорошо слышно? Вы, которые пожилые, учите молодых сохранять себя. Тряситесь над ними. Где сестра? Куда ушла? На работе она сегодня. Только на работе. А сегодня уже говорят, какая причина. Причина какая? А говорят, а другой не может быть всех. Они скрывают, а потом где-то говорят. Считаю, что нет. Я про нее, про другого говорю. Я женщина, мне нужен ребенок. А другая тут есть. И она уже с ребенком. Я вот для себя родила. Для себя родила, будучи христианкой, неизвестно от кого, даже матери не сказала. Я не про нее говорю. Ее ждет именно это. Другого нету. Это такая проезженная колея, где все. А была где? Какой присмотр был? Какая забота? В какой семье? Более строго держать даже. Родной отец ее так бы не хранял, как наш брат ее охранял. И вот такой момент, и как будто никого нету. Все перерезала веревки и пошла куда. Я не знаю как. Вот когда она была здесь, я без слез не могу о ней говорить даже. Помощи ниоткуда нет. Вы знаете, что дьявол называется лжец и отец лжи. Я перехожу на другую тему. Сегодня вот из писателей, из поэтов самый поносимый в мире, знаете кто в мире? Солженицын Александр Исаевич. Как поднялись, как он писал, вся эта пузатая сволочь председателей колхоза, потом он называет книги своей. Так. Со всех сторон. И недавно какой-то писатель и говорит, мне плевать на то, как он говорит, но мы там не были. Он пережил этот ГУЛАГ. Какое мы имеем право язык высовывать на него? Он сказал то, о чем я думаю. Вам об этом архипелаг ГУЛАГ я насчитывал. 375 метров, 8-20 часов, 9 пленок. И раскатил ее по всему Союзу. Оно у меня в обвинении, когда судили было. И предатель. И вот он бежал, бежал. В наручниках за рубеж его выслали. Вы еще плететесь. Так что его нету. Если кому на сердце лежит, чтобы Господь услышал эту волну, прекратил, эти люди ничего, кроме гибели, себе не имеют. Я вот хожу под мост, чтобы не взорвали, а рядом плита об аварии. И я каждый раз туда иду, сниму шапку, а рядом остановка, все видят. И обратно. Господи, он так много для нас сделал, у нас бы этого не было. Раба твоего Владимира, он верующий был. Это доказывать не надо. Он с ребенком в храме стоит на руках. Ну, я с ним беседовал не раз. Значит, ложь. И вот когда я считаю про этих, вот, которые там ничего не претерпели, смотрите, не присоединяйтесь к этим голосам. Его можно сравнить только с Достоевским. Больше ни с кем. Настолько он мне близок, этот человек. Ты там маленько побыл бы, ты узнал, что из тебя было. Из тебя такой сок пошел бы. Дальше. В прошлый раз я давал вот эти книги, проповеди в стихах, и поставил на черепях книгами четыре человека, вот сестру Елену. Прошу не спорить. Есть такая поговорка, кто, говорит, заказывает музыку, для того и пляшут. Это обо всем. Где платили деньги, что-то здесь. Это я не продал. Полный комплект стоит 8800. Хочешь купить, купи. А так я и сказал, вот бумажка, подойдешь, скажешь, что ты прочитал, на какой странице, какой том. Каждую неделю подходите и делайте, чтобы я видел, что книги не лежат просто так, а их считают. Понятно? Вот Политыкина Елена 20, Людмила Степановна, третий том у ней 20 страниц. Ну, и Латина только что получила, наверное, не знаю, где она. Вот. Барышенька, не знаю, подойдешь тогда. Так вам слышно? Валентина больше всех. Половину уже прочла, даже нет, больше. Нет, всю прочла, всю. Ну ладно, напиши. Всю прочла. У каждого по одному тому. Барышникова все уже прочла. Ну, быстро она. Посмотрите. Так, просьба, когда считаете. Найдите то, что вас больше всего коснулось. И где-то на бумаге, если у вас нет выхода в интернет, мне дайте, чтобы я это знал. Потому что я получаю столько известий, когда считают. Даже невероятно там. Я болела, там это больная голова, я стала считать, у меня боль прошла. Да вы еще вы думаете? Ну, так вот. Это Господь так делает, от нас нет. Мы приехали в Баку, в доме Муллы. Мулла это у мусульман как священник. А жена его, Самира, собиралась идти, зубы болят. Я только зашел, она за щеку. Прихотела болеть. Бог делает, показывает, где истина. То есть мы знаем, что сказать будет здесь. Вам слышно?
Да слышно, слышно. Теперь смотрите. Апостол Павел для всех сделал совсем. По крайней мере, говорит, спасти некоторых. Я ни к чему не призываю, я просто говорю. Вот сейчас бы кто-то, имеющий такую силу, что помолился бы, и 2 миллиарда мусульман стали бы православными. Но одно условие. У вас не должно быть изображений человеческих. Мы поклоняемся икону. Я поклоняюсь, каждый день подхожу, целую. Я говорю, если бы так было, 850 почти миллионов, миллионов протестантов, перед которыми это стоит непереходимый барьер. Вы бы убрали их? Я спрашиваю священников, не вас. Вы могли бы соборно сказать, мы бы, что нам Бога не хватает? Да мы ему молимся, он слышит. Я молюсь каждый день. Десяти, это молитва, 100 поклона, перечисляю где-то 75 святых примерно. Я испытать самих себя. У апостола Павла преград не было. Вы думаете, почему его хотели убить, Павла? А вот сегодня считали первосвященник один раз. Первосвященник один раз ходит во святая святых. И вдруг находится один фарисей и говорит, кончилось это. Представьте. Его охраняют, храм-то, 2570 человек. Готовы все за оружие взять. Кто сказал? Да у нас был такой фарисей, Савлом звать было. А теперь Павлом назвался. Кто готов убрать его? 40 человек сразу же. Готовы? Поклянитесь. Не пить и не есть не будем, пока не уничтожим. Я просто как вижу эту картину. Чем закончилось? Племянник услышал. Сказал Павлу. Павел говорит, сейчас же скажи. Начальнику охраны, который. И он 470 воинов дает. Примерно 200 на конях. За ночь немедленно отправить туда-то, где настоящая тюрьма. И все кончилось. И Павел, они смотрят так, обрезание. Обрезание, а оно конкурировало, образно сказать, с субботой. Ну, женщине не прикажешь, когда рожать. Она рожает, и восьмой день падает на субботу. Так делать ли... обрезание в субботу или суббота это нарушено будет, надо воду греть, дрова подносить, это запрещается. Что делать? Что возникает для нас суббота? И друг говорит, один плотник, и говорит, хозяин, для него служит, а не он для субботы. Вы слышали, что сказал? Он исцеляет субботу. Еще снова, он же против нашей религии, данной Аврааму. И нашлись доказательства очень... Я слышал это, даже читал у них, которое каждое к смертный приговор. И поэтому те, которые киллеры вышли, их назвали сикарии, а они патриоты. И убить это задача. Когда они узнали, кто, ночью в корзине спустили через стену, и он бежал. Мы понимаем, что это испытание. И поэтому, когда с нами что-то подобное случается, не за прошлое, не за настоящее, чтобы сатана не имел ничего сказать. Но не говорили. Говорили неправильно, не понимая. Так у них написано, кончилось то время. Новый Завет. Вот сегодня на этом первосвященстве, которое считали там, я как раз и хотел сказать. Здесь одно из главных обвинений было, что вдруг какой-то плотник из Назарета, теперь настоящий первосвященник, и входит не здесь на земле, а в небо. Ну вы подумайте, на... Они, оскорбляя Божью Матерь, вы думаете, просто так? Нет. Она нажила его на стороне. Не просто так. От захватчика. От римлянина. И не просто от римлянина, а который удрал из армии. То есть они до конца опускали, чтобы показать, это кто такой-то, такой-то, и она от него. Там ни одного слова, конечно, правды нет. О житиях и говорится Божьей Матери. Когда ее хоронить пошли, там кто-то хватился за... несут на носилках, где руки сразу отвисли, оторвало ему их. Так, мы что считаем, должны быть очень внимательны. Я попрошу, если не знаете, наш груз идет из Москвы поездом к истину православия, изданная. И переизданная, она в два раза больше будет. Где-то идет, где мы даже проследить не можем, просто молимся. Сейчас думаю, а может быть ураган повлиял, да еще где-то затормозило или... как будет. Вы старайтесь, чтобы у вас было что-то. Не просто так. Я первый раз мы издали 1000 экземпляров, второй раз 3000, а этот 5000. И поэтому
в Москве 500 оставили, там в другом городе еще 500, там оттуда идет там другие государства, где поближе, меньше, чтобы почтовые расходы. А остальное сюда. И вы понимаете, для нас книги, чтобы они не лежали, а были проданы, это чего-то стоит. Вот эти книги, вы видели, здесь я считал, все сразу. Три библиотеки в Москве получили бесплатно. Вон у нас документ лежит. Здесь краевая библиотека, вот на этом столе расписывались, они получили. Вы себе тоже что-то приобретаете. Я говорю, а можно? Я вот накопила десятину священников. Мы подумали и говорим, можно. Но при одном условии. Купленные тобой книги, ты не имеешь права продавать, а бесплатно подарить священникам. У них денег хватает. А за книгу он думает, брать, не брать. А когда ты подаришь, это уже все. Батюшка, это из десятины. Вот понимаете, ему в прошлом году я бы не мог это ответить. А в этом году у нас так и получилось. Человек накапливал деньги. А как теперь? А не так? Никак, бери. И там у вас есть священники, да. И священники фотографируются с книгами, нам присылают. Нашли ответ на все вопросы свои. Книги, на которые положено все. Я столько провел время за ним, я тоже помолиться надо. Я встаю, когда я не могу глаза открыть. Я на ощупь иду. И не могу понять, где выход-то у меня. Кое-кое-как один раз глаз. Внутри, как будто их нет глаз у меня. Я каждый день не менее 14-16 часов провожу за ним. И без этого никак нельзя. Готовим к изданию вот это проповеди в стихах. А теперь будет проповеди во свете Святой Библии. И не 4 книги будет, а 5. И примерно уже сейчас не по 880 страниц, как эти, а по 1300. И проповеди, которые с 10-го года, дальше там ни одной нет, оттуда взяты. Эти проповеди, они, вот, когда я говорю, записывают, их надо перевести в буквенное, в Word. И сейчас уже где-то человек 13 помогают. Ну, успевайте, а только с пустыми руками придете. И тут же 123 занятия тематических потеряет. Вот буря. Теперь о буре мы собирались, не в храме где-то. И я говорил, что Бог делает, как посылает, то другое. Здесь 123 занятия. Я ими занимаюсь. Где-то уже примерно, я не знаю, сколько там страниц будет, 1500, наверное. Ну, где-то уже я на 70-й странице иду. Каждую букву проверить. Где слышится «ё», поставить «ё». Где в Библии, перед ней везде в нужном падеже «святая» поставить. Ну и другие еще бывают там где-то ошибки. Я каждый день сейчас на этом, а столько вопросов, столько благодарности идет. Это последняя песня «Лебединая» для меня будет. Сколько будет стоить к истинному православию? Не знаю, вот этот вот 8800. Почему? Вот этот вот, смотрите, к истинному православию 1100. Здесь в два раза больше. Сколько? 2200. 2200 на 4, 4, 8800. Ну, а там все проповеди, какие только возможно было сохранить, и которые недавно говорил, вот ночью сегодня уже скинули две, которые еще берете, обязательно. Там даже в другой стране там делают, помогают. А которые они пишут, это теперь надо нам заново корректоры. Кто знает хорошо русский язык, всю эту пунктуацию. Нам такой человек нужен. А так как книги, которые мы над ними работаем, 5 томов, в каждом томе там сколько там, 3000 страниц, наверное. И теперь 5 человек наши, кто ими занимается, корректируют. Уже не перепечатают, а корректируют. То есть большая работа идет. Для меня это все. Я сказал, здесь вот издатель, ну везде подписано, я издатель. Вот здесь это прочитайте, когда там должно быть. Кто издатель? А это чтобы сообщество. И поэтому я туда ничего не вкладываю. Здесь полностью через нас идет. Вот. Сестра знает, где. Это речь идет ведь не о сотнях там тысяч. Речь идет о миллионах. Каждая издатель далеко. Почему? Потому что бумажные комбинаты все свернули. А из Красноярского края другие, это уже не сотни тысяч. А может, миллионы кубометров леса, голые сопки стоят. И они теперь диктуют. Конкурентов нету. Это как у меня тут больной был. Я клюкву хочу, я пошел, купил. Проходит неделя, я пошел. В два раза дороже, как я брал дороже. А никого нет, я один. А раз он один, конкуренции нету. Конкуренты заставляют снизить цену, чтобы у него тоже брали. Так что наши книги, та цена, которая есть, она такая, какая есть. Вот это общее, что я издавал,
на сегодняшний день, я один издавал, мне обошлось примерно в 55 миллионов. Я в глаза денег не видал, у меня ничего нету. Но Бог как-то делал так, люди совершенно незнакомые, священники, и старались помочь. Притом, я их так и не встретил никогда. Нам выезжать, вот пример один, приезжать там через два дня, кажется, в это время приходит перевод, шестизначный. А кто ты? Ну, Булкин Дмитрий. А где живешь? Калининград. А так Кёнигсберг. Да как вы узнали? Ну, а вы книги вот издаете? Я не издаю, уже кончил. Ну, куда-то? Не куда-то, мы едем в поездку миссионерскую. Ну, туда возьмите. И когда мы застряли в Швецию, он немедленно там эти люди дали. Машину бросайте, сейчас высылаем деньги, покупайте иномарку такого же размера и едьте дальше. Вот как люди расположены. А еще удивили нас, даже не выскажешь, когда в одном порту мы стояли машины, и в это время там на втором этаже разрешают подсоединиться, ну, поработать маленько. В Англии, Великобритании, стоят сектанты какие-то, я не знаю, кто они там, православные, кто, и с ними рядом дети. Все крестятся и молятся о благополучном возвращении нас домой. Я этого никогда не встречал. Их не заставишь, чтобы перекрестить это. Бог не требует служения рук человеческих они. А здесь стоят и малые дети, все кланяются и просят благословения. А почему? Бог. Бог. Как Григорий Ефимович Распутин говорил, а Господь-то где? Итак, по этим вопросам. Вопросы есть? Я дальше хотел сказать. Вот у нас здесь не гости они постоянно, только маленько в стороне живут. Вы знаете, сегодня они причащались, брат Михаил и сестра Елена. И вот им я дарю полностью, возьми, брат, себе, подвинь. Все, теперь это ваше. Это подарок, не за деньги. Но вы тоже будете меня отмечать на бумажке, сколько просчитываете за неделю. Помогай ему. На этом он, знаешь, как повысить свои знания? Это не просто так. В проповеди в стихах я скажу. Я с литературой хорошо знаком. Никогда не было нигде, ни в одном государстве, ни в каком времени. Вот, ты считаешь? Касается тебя? Что тут говорить? Да мало того, еще 96 страниц цветных фотографий. Вот наши какие дела. Просто Михаила по телевизору показывали. Когда-то бруски приносил. У нас тут тоже крышу сорвало там. Ну и этими брусками с Володей вдвоем сделали лестницу. А. И нам нужно отработки от машины. Промазать эту лестницу, чтобы она не гнила. Кто может помочь? Литра хотя бы там 2,5. Отработка от машины, которая не нужна, выливает куда-то. Ножом принесешь? Не помню. Ну, слава тебе, Господи. Вот эти бруски березовые, помню, они сами по себе очень долговечны. Ну, промажем все это. Ну, да. Потому что у нас уже несколько лестниц пропало. Стоит. Итак, у нас готовится большая работа по этому дому. Он оказался не на фундаменте. И с этой стороны, да, вода еще туда стекала, подгнила. Если Господь благословит, нам нужно выбрать время, вот, чтобы брат Владимир был здесь. С этой стороны, вот прямо оттуда, где лестница голубям стоит, надо все, асфальт рубить, поднимать новый дом, домкратами. Ну и что там, кирпич или бетон делать, не знаю. Я сам прорабом был, но никогда на такой работе не был. Ну, у нас есть один, принимал крещение, Тестов, фамилия его, Константин. Может быть, он приедет, еще кто-то. Надо сделать эту стену, ее маленько приподнять, она, видно, наклоняется уже где-то. Ну и сделать фундамент. Вы, кто не были, у нас здесь рядом, на ту сторону, если пройдете, посмотрите, что у нас на улице там делается. Промышленная эта улица, там траншея, ну, примерно ширина вот отсюда до стены, примерно вот такая вот. И глубина где-то 4 метра. И по всей они ведут, и копают, и трубы вот такого диаметра. Две трубы лежат. Примерно вот такие трубы. Что они там говорят, там воду будут гнать, там же многоэтажки. И они начинают прямо напротив нас строить многоэтажи. 22 этажа. И там, который, видимо, надо снабжать газом, я не знаю, что там будет. Но трубы завезенные, уже сваривают их, и они здесь. Только бы нас не тронули, тут вот к чему говорю. Будем молиться, брат Игорь, чтобы вас там не тронули, нас не тронули. Главное, чтобы не засыпали там этот водоем мой. Вот где плавает. Кажется, ничего и нет. А на самом деле, видишь, все какая забота. Сестре передай. Она мне где? Не чужая. Я матери давал обещание, когда она уже последние дни жила. Поняла?
где-то наедине, я что-то мог бы еще вот больше сказать. Сентября закончил. Все. Так, тебе просьба, сестра, никуда не ходи, я покажу тут фотографии. Нет, 6 надо сфотографировать на стене у нас. Мне они нужны. Мои фотографии. Там, где мы с Баварином 4, и где в университете, для новой книги. Книга, которую мы даем где-то по 130 фотографий будет в каждом томе. Пятитомник. Молитесь, работа идет. Это последняя моя песня. Возможно. Это будет примерно 3100 проповедей, занятий, ну там уже распорядят в конце. И для слова Божия не туз, там попросили эта книга, как ключ. Тоже можете без меня издать. В прошлый раз у меня была тема такая, я проповедь говорил, прощание. А что вы прощаете? Что оно означает? Как есть? Тот, кто готовился к прощанию, я заказал гроб. Мне его сделали, да такой хороший. Это Серафима Гавриловна, когда ее, значит, сделали, там я посмотрел и заказал. И брат Андрей с ним сделал, я заплатил за доски, за работу. И он у меня, если я иногда подойду, там крышка отдельно стоит, примерит в гробу. Пошел там, разметил флажками около мамы, где будет. Ну а тут у меня батюшка говорит, тогда договорюсь, а кто раньше? Тот рядом с мамой рядом. Вот. Какие новости наши? Что такие-то замогильные? Надо думать. Это ничего нет, мы к этому идем. Для меня жизнь – Христос. И смерть – приобретение. Филиппийцам 1.21. Смерть – приобретение. Какое приобретение? А все, что ты дал, что подарил, это все приплывет тебе там оттуда. Вот. Скажите хлеб по водам. Что для нищих там не делал, то для бедных, где все придет к тебе. Смерть – приобретение. Смерть-приобретение. А вот в латышском языке там написано так, наванес ауглюс, и смерть несет плоды. Это какой смысл тот же самый. Поздравляем. Ну, у меня все. Я дополню про Виктора Андреевича, почему нету. Что? Вы спрашивали Виктора Андреевича, почему нету. Но. Он мне сегодня утром позвонил. У него на этой неделе жена, он тоже просил за нее помолиться, Надежда ее зовут, у нее будет госпитализация и замена коленного сустава 1 декабря. Вот. Она готовится к операции и ходила вчера на исповедь, сегодня она ушла на причастие. А дедушку не с кем оставить, который у нее... Да подожди, операцию на колено, что у меня каждый день я с коленом болею? У нее подлежит замене, болезнь болезни рознь. Она стояла на очереди. Ну, я не знаю, везде говорят, только не делайте операцию. Я хожу каждый день, на улице ходил. Так крыльцо, а сейчас по избе. Там не операцию, замена. Есть, когда оперируют, ну, колено лечат, а бывает, когда его просто убирают и новое ставят. Будет железная нога. Железная нога, на терминатор. Когда уже ничего не помогает. Раньше была операция, как у нас у Сиськова Алексея. Она уже давно лечит. Там все железо, как он ходит только. Ну, в общем, Виктор Андреевич дома по семейным обстоятельствам, там, ну, им, они стёкла оставить не могли одного, поэтому... Сегодня кто-то подходил и... Сестре не вижу я здесь. Она операцию на спине, грыжа. Не делайте это. Мне делали. Но она операция такая была, что до нее ухватились и поехали, который, ну, второй профессором стал. В Санкт-Петербурге поехали, говорит, рассказать, как у меня быстро все это поправилось. Это невозможно. Ну, где-то, наверное, год меня охраняли все. Больше 3 килограмм не поднимать. Садиться нельзя, только стоять или лежать. А у меня еще там 2 в запасе грыжи. От тяжести. Раздавленное межпозвоночное, это что там есть. Я хожу. Я не мог кланяться. Вот только так мог. Вот так. И потом каждый раз на молитве я прибавлял, хруст, но теперь я могу хоть головой до земли доставать. Вот Господь мне скажет, что с ним возиться. Да, отойди от него, болеет. Вот так. Значит, договорились, пожалуйста. Снимешь? Хороший. Так громче разговариваю. Ну, вставать надо, встань. Константин. Ну, все, Константин делает документы, местные тянут. Я думала, что он уже сегодня вылетает. Ну, еще пока понедельник, вторник там. Еще пока что, делают. Виктор говорите? Константин. Муж мой. Его дома-то нету. Еще не приехал, ждем со дня на. А я понял, что уже приехал. Нет. Даже путешествующему не сказал сегодня. Ну, кто-то вам путешествовал. Володя неправильно донес информацию. Ну, я понимаю. Он неправильно понял. За всех, кто уехал. Галина, мы когда... Не знал его.
Игнатий Ильич начинал про детей, ну и так, не докончил. Ну и понятно, это дело не докончено. Дети-то, они растут и родятся, вон у нас сколько малышей. Занятия, благодаря вашим молитвам, я так понимаю, проходят. Ну, детские занятия, это не знаю, лотерея какая-то там. И что им говорить, сами понимаете, дети это не взрослые. Взрослым можно Златоуста зарядил и подарочек. Вот, и изучайте, да. А дети, они дети, глазенки сидят. Кто вопрос задаю, простой вопрос. Вы помните себя, я говорю, Игнат Тихонович себя помнит там с 2 лет. Я себя там помню, мама сказала, мне 3,5 было. Я там вспомнил эпизод. А вы кто помните? Глазенки такие смотрят, даже не понимают, о чем я говорю. Я говорю, а кто последний раз мамочку подошел и сказал, мамочка там или папа, благодарю тебя за то, что ты такой хороший, я тебя люблю, и поцеловал. Вот там сколько, 10 детей было где-то, и ни один. Даже не дрогнуло ни одного мускула. Я смотрю на них, они, что это такое сказал? Один сидит, выкомуривается там, вот так все время. Я говорю, ну, что ты, Андрюша, у нас такое, вот вы, все нормальные дети, ты вот выкомуриваешься, рядом мамочка сидит. Ну ты бы ковырнул вот так и поцеловал бы ее, вот я вот рассказываю. Почему ты это не делаешь? А вот просто сидишь, что-то вертишься, как клякса какая-то. Там кто-то у них, да. Раз сел такой, все сидит на маму. А мама рядом сидит, ничего сделать не может. Это уже с детства вот это вот выкомуривание все. Что они там услышат, что поймут? Вашими молитвами, прошу вас, молитесь. Потому что у меня постоянно просто, ну, сердце такое просто, сиди спокойно уже, говорит, на пятой точке ровно и не лезь никуда, а. То есть вот это постоянно мне кто-то подзуживает, наверное, с левой стороны, я так понимаю. Поэтому... Громко голова. Не надо, это признак бесования. Поэтому... Успокойся. Давление 170. Это из-за меня, конечно. Это я, Дыбунов, виноват, что ты заболела давлением. Это понятно. Ну, мне громко голова болит. Не надо, он нормально говорит. Говорю, вот уши затыкают. Лена, Лена, ты зачем сюда садишься? Мы с тобой договаривались. Хорошо, я бесновато. Опасное состояние. И вчера задали вопрос мне. И вопрос задал Миша, ему там 13 лет. И он задает такой вопрос. А скажите, пожалуйста, почему, вот, допустим, наш русский автопром выпускает там мало моделей машин, а вот там за границей... Они много-много моделей машин выпускают. Вот что отвечать, скажите мне. Это же не по теме вопрос. Нет, он по теме. Он как раз. Я говорю, благодарю тебя за прекрасный вопрос. И начинаю ему рассказывать, что главное в жизни. Главное в жизни это 3 составляющих. Помните их, да? Все. Игнатий Ильич постоянно их повторяет, я запомнил просто. Кто не запомнил, вам повторяю. Это вам вера. В Бога, дальше, семья, муж, жена, дети и частная собственность. 3 основных составляющих. Вот в России сейчас все это приобрелось. Видели, говорю, Путин крестится, стоит наш президент. А там кто-то из детей, да, видели. Да он крестится лучше, чем вы многие. Он прям крест совершает. Вот недавно. Он раку поставили ему. Он в раку прям вот так головой еще поцеловал и еще раз головой. Понятно, как верует? Значит, все нормально с верой у нас. То есть веру никто гнать не будет. Веруй как хочешь. Мы по себе знаем. Нас никто не гонит. Вот никто просто не ходит сейчас на Спартака. Мы ходили несколько лет, ну, лет 5-6, наверное, 7 на Спартаке, там проповедовали все время, пока у меня спину не заклинило. Как у меня заклинило спину, все прекратили ходить, потому что настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Ну, а из меня какой буйный? Сейчас не будут буйные, сейчас... Да, сейчас буйных нету. Ну-ка вот, кто-то, кто... Я все зову оттуда, с интернета, говорю, приедьте сюда. Ребята живые, приедьте, проповедуем с вами. Ну, никто не едет. Ну ладно, это все. Потом дальше, что теперь? Частная собственность. Не было у нас частной собственности, советская власть. Я говорю, вот тебе и автопром. Какой автопром? Ничего нельзя было иметь. Я говорю, у меня был Запорожец все равно. Запорожец, такая машина мощная. Сзади двигатель, 36 лошадиных сил, мотоциклетный мотор. Воздушное охлаждение. Да. И поэтому откуда? Не было ничего. А сейчас есть частная. Сейчас заводы там начали строить и так далее. А теперь семья. О,
простое дело, да, муж, жена. Вот в России это незыблемо. И президент сказал, пока я у власти, никаких первый, второй родитель, никакой там мама небесная, да, и на это, как вот отчина сущая, мама небесная, сущая на небесах, никакого этого не будет. Все остается, консерваторы это называется, то есть законсервировали в консервную банку вот это все. И у нас, традиционные ценности, и у нас это все хранится в России. То есть Россия может иметь будущее, а Запад, вы посмотрите, что там сейчас делается. Они напали на самое, ну, на самое сокровенное. Муж и жена, Адам и Ева, ребро там, что это такое? Да никто не знает, что это такое. Как вот взял там ребро, вытащил, бабам, и показывают на иконе вот такая загнутая кочерыжка, а тут голова женская. Ну, то есть, начинается творение из ребра. Ну, так думали, я не знаю, как оно сотворилось, откуда я знаю. Но это какая тайна великая. Вот мы мужчины сидим, а вот это женщины, это уже другое. Конечно. И сонаследницы вечной жизни. Не мы сонаследники, а они сонаследницы. А почему? Потому что утлый сосуд. Утлый, беречь надо, беречь надо. Вот. Чтобы не лопнул. Да. И как они спасаются? Чадородием. Таких вот, как мы, рождают, и таких, как они. Вот. Больше другого нету ничего. Нет, придумали. 36 гендерных типов человека. Вы что, у кого-то хобот будет, у кого-то и рог будет тут сзади расти. Вы чего вы придумали-то? Это вы против кого идете-то, вы сами понимаете? А говорите, мы верующие. Гитлер говорил, я верующий. Обманул всех. Сам себя поставил на место Бога. И где через 12 лет был? В 33-м поставил себя на место Бога. А в 45-м застрелился. Кто его туда привел к этому? Сатана его туда привел. А почему? Потому что отказался от веры в Бога. Вот то же самое ждет и Запад. Ответил на вопрос? Понятно стало? А теперь дальше думай. Частная собственность. Так что и еще занятия по Ветхому Завету начались у нас в понедельник. По-нашему в 8.30, в 20.30. А по Москве в 16.30 занятия. Поэтому выходите, у кого что есть. Что президент сказал насчет гей-парадов? Когда упрекнули его, почему вас зажимают этих садомитов? А что он сказал? Он сказал, у нас народу и так мало. Их обойдемся без этого. Да, в общем, молодец. Действительно, народу мало. Я просто не помню. Ну, что сказать? Молимся за царей, и даже мы должны молиться за Байдена этого. Странные вообще люди. А у них, он идет, у него там президентша называется первая леди у них. Она жена же его, жена. И в то же самое, давайте гей-парады. А на гей-парадах видели кто? Это, ну, какое-то просто, ну, не просто отвращение. Такая мерзость. Раньше говорили, там, а вот там, ну, Мотовилов, как вот интересно выглядят бесы, чтобы с ними побороться. А сейчас не надо ничего спрашивать, вон, смотрите на них. И одна икона есть, Господь прогоняет сатану от себя, отойди от меня, сатана. Помните, когда это написано, говорит ему, ну, и сатана уходит. И на иконе изображен кто? Вот... И ангелы служили ему. Сзади ангелы стоят. С крылышками, белые такие, чистенькие, золотые волосы. А отгоняет сатану. А сатана тоже человек, только черный. Вот и все. Вот как в человеческом обличии он такой. Лицо у него, там руки, ноги и крылья. Но все черное. Черное такое прям, как будто что-то с него стекает. Как в болоте в каком-то. Он его так подняли с крана. Оттуда. И вот мерзость стекает. Вот и все. Не надо там что-то придумывать. Они бесы были. Собаки такие отвратительные. Голова волочится по земле. Язык вот такой высунутый, шершавый. Сама такая черная. Вся в слези какой-то. Ну, это жития святых. Мавр. Мавр. Черный человек стоит. Какое-то облако дыма. Змей. То есть все показано было. Такого, что там рисуют, там что-то там невероятное, там рога, там глаза огненные и так далее. Ну, он может, конечно, хоть в чем проявиться, но не это главное. Испуг-то не в этом. Испуг в том, что он с Евой начал разговаривать, и Ева стала на его сторону. Вот в чем дело-то. Предала.
Да, как гипноз какой-то действует вот этот грех. Ты начинаешь говорить против Бога. Вот что страшное. Когда ты начинаешь быть другом миру, то есть сатане. Вот это и главное у нас, чтобы не упустить детей, чтобы они полюбили Библию, Слово Божье. Работали для Бога, а не для сатаны. Все, Господу слава. Будем заканчивать? Потому что можно бесконечность уйти, вопросов еще много. Вот эти можно выдавать или нет? А? Выдавать вот это можно здесь, нет, в общем? Не все. Я угадал, так, что сейчас поем? А другие хотят достойно еще... Достойно есть якобы истину, Божий Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя, и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей, Тебе хвала. Слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Милующий Господь, прими нашу молитву, как семян, как жертву вечернюю, благоухание приятное. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы взываем о незаповедавших. Положим твердо поверить в то, что примирение с Тобой, Отец Небесный, возможно только на этой земле, что за гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Коснись их сердец. Тебе, Боже, хвала и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. 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 Богу нашему слава. Быстренько промывайте все. Остаемся на занятиях, песнопения. Кто хочет попеть песни? Христу. Христу.